Здравия, желаю с вами командор Велл well в очередном нетипичном для моего канала видосе, который, опять же, будет касаться заработка в интернете, ну а если конкретнее, то мира криптовалют и такой видеоплатформы, как Кос. TV, которая, в отличие от непонятного хомяка, иными словами, хамста Combat и прочие подобные сомнительные проекты в стиле таполок или тупых кликеров с псевдомонетами в большинстве своих случаев, ну, если вообще даже не во всех, где, как минимум, вы теряете свое время, ну а как максимум, еще и деньги. Поэтому я не вижу смысла в подобном хайпе. Но, как говорится, идиотский плод он довольно сладок, и жажда доживы в совокупности с безумием делает свое дело. Но не будем о грустном, тем более речь про другое, где я расскажу про нормальный проект с уже большой историей и надежными партнерами. Некоторые из них даже инвесторы. Соответственно, доверие здесь значительно больше. Ну и платформа уже давно проверена, и в целом как раз-таки тоже напоминает хомяка и подобные ему проекты. Проекты, где по сути для дохода нужно тупо заходить каждый день или же определенное количество раз в день и просто прожимать лайки на видосах, лайки в комментах или же действовать слегка продвинутее, публикуя видосы. Где за лайки от других пользователей, э, в том числе если вы лайкаете чей-то коммент, вы получаете некое вознаграждение в криптовалюте. Кос, которая реально имеет историю и давно есть на биржах, причем известных. При этом очень важный момент, что вознаграждение ни у кого не отнимается, и можно сказать, что оно рождается из воздуха. Так что если вы кого-то лайкаете под видосами или сами видосы, то вы сами ничего не теряете. Это важно осознавать. Также есть подарки, которые вы можете дарить, тем самым поощряя кого-либо материально, ну и визуально в том числе. Но вот за них уже, как я понял, придется отстегнуть. Что, в принципе, логично. Причем важный аспект, что количество потенциальных лайков ограничено показателем энергии, которая тратится в процентном соотношении, из-за чего смысла улучшать ее показатель в плане увеличения количества потенциальных лайков нет. Иными словами, ресурс возможных лайков в день у вас никаким образом не поменяется. Если доступно всего 50 в день, так и будет всегда. Однако, показатель энергии влияет на силу вашего лайка, где в зависимости от количества токенов вест на вашем счету, он будет приносить тому лицу, которого вы лайкнули, больше прибыли. Из-за чего тут практикуется система взаимных лайков или же взаимных

Подписок. Мне эта тема, честно говоря, не очень нравится, потому что идея платформы скорее была в другом, где за ваши интересные комментарии, которые безусловно являются трудом, вы бы могли бы быть вознаграждены, где исключается некий несправедливый подход, что монетизирует и получает деньги за свои видосы только сам автор ролика, где порой видос может быть мягко говоря паршивым. А вот комменты людей значительно лучше и информативнее. Но при этом они с этого ничего не получают. А сам автор вообще может обузить платформу ради заработка. Такое, к сожалению, практикуется. И вот создатели Кост ТВ хотели этот момент сделать более справедливым, где, честно говоря, я надеюсь, что у них это получится. Но все же ближе к теме про заработок: для того чтобы получать потенциальный максимальный доход с платформы, многие практикуют следующие фичи. Во-первых, подписываются на уже раскрученные каналы с большим охватом, где в фиде подписки потом высматривают недавно опубликованные видосы, желательно пару минут назад, и пишут какой-либо коммент. В том числе просто кидают смайлики, которые отчасти более яркие, ну и все равно комменты сейчас особо не читают. Хотя на самом деле будет, конечно же, процент людей, которые будут читать и выбирать, кому ставить лайк, но все же смайлик, он понятен на любом языке. Про это тоже не стоит забывать. Так что, по сути, смайлики the best. Ну и тут, пожалуй, в первую очередь важна скорость. Потому что кто окажется первый в топе и кого залайкают, тот и потом, скорее всего, будет в прогрессии дальше их получать. В этом и весь смысл. Где вы тусуетесь у популярных блогеров потому что там больше всего народу и потенциальных лайков но некоторые действуют иначе где про взаимные лайки и подписки я говорил и вы таким образом друг с другом делитесь баблом где некоторые просто еще делают какую тему нажимают на стартовое меню платформы затем наводят курсор на свой профиль где потом в итоге кликают на кнопку смотреть видео и тем самым можно выйти на местный поисковик недавно загруженных видосов, где как раз-таки пишут комменты под недавно загруженными видосами или просто лайкают их. Потому что здесь есть еще одна особенность, которая слегка спорная, но пока система действует именно так. Что лайкать видосы и получать за это награды можно только в течение 7 дней. Где по прошествии недели лайки под видосами или комментами с истекшим сроком годности ставить нельзя. Но фишка заключается в том, что если вы напишите новые комментарии, то его даже под очень старым видосом тоже можно лайкать и получать с этого профит. Поэтому можно попробовать тактику писать комменты под старыми видосами в надежде на лайки там. Особенно это касается списка рекомендуемых видео, которые порой крутятся года два или больше, и с этой ленты никак не пропадают. В этом плане платформа, конечно, сыровата, но за то у нее есть некий потенциал. И в любом случае она действительно интересна как некий эксперимент. Теперь касательно вопроса про заливку видосов и как, скажем, на этом можно заработать или, пожалуй, какие видосы более котируются. Во-первых, конечно же, важно, чтобы ваш видос был на распространенном языке, и это, к сожалению, не русский. Разумеется, основной язык мира это сейчас английский, но к тому же уже давно ходят слухи и, в принципе, заметно, по крайней мере, на этой платформе, что испанский и португальский язык из-за распространенности в Латинской Америке очень даже так неплохо котируется. Или, скорее, так сложилось, что довольно много людей именно оттуда. Хотя, Забавно, что наш великий и могучий тоже здесь присутствует в списке поддерживаемых языков. И несмотря на то, что я вам записываю видос с местной русской локализацией, ну, чтобы вам было проще и понятнее, я бы все же рекомендовал использовать английский и, допустим, переводить либо самому, но либо на крайняк, используя расширение по переводу страниц от Гугла, Яндекса или других известных платформ. Потому что их перевод будет значительно лучше, чем то, что мы имеем сейчас на местности, ибо я тут читаю на инглише, хотя да, конечно же, не без помощи переводчиков, но по итогу получается гораздо точнее, чем на местном русише. Во-вторых, есть зависимость от ниши. У меня игровая, которая тут не особо интересна, хотя ее можно частично смотреть без знаний языка, ибо достаточно порой визуального ряда, но я бы сильно на это не ставил. А вот всякие песенки, АМВшки и прочие не очень объемный контент до 5 минут, тут как-то заходит больше. Ну и всякие танцы, шманцы, понятнее широкой аудитории без языка. Вот подобный контент, где аудио часть в плане передачи какой-либо информации не важна, довольно неплохо, так может выстреливать, что довольно логично. Ну и тут очень сильно любят контент, связанный с криптой. Между прочим, еще можно под своим же видео оставлять комменты, которые тоже могут лайкать. Ну и тем самым получать некий дополнительный профит со своего видоса. Некоторые вообще спамят десятками однотипных комментов со смайлами, дабы выделиться. При этом у администратора канала вообще-то есть возможность удалять ваши комментарии, что отчасти тоже обузит систему. Ибо можно банить неугодных, при том, что стамин это уже, ну, то есть выносливость потрачена. Это все-таки, конечно, хорошо, что есть такой инструмент, но к нему есть некоторые вопросы. При этом есть и другая тема, она развивается в плане арбитража. Я не буду говорить, хорошо ли когда есть так называемый суд присяжных или же нет, такая вообще система, у нее есть свои плюсы и минусы, где я бы сказал больше, конечно, минусов, но порой она полезна, ибо некоторые серьезно могут обузить систему. В плане того, что модераторы или даже сама система может злоупотреблять своими же правилами, банами и модераторством, потому что, как правило, они ни за что не отвечают. Такие у меня примеры есть. Я не буду просто их называть, потому что цензуру и доказания, к сожалению, никто не отменял, а постоянно там судиться и добиться реальной справедливости порой, к сожалению, сложно. Где вот как раз-таки местный арбитраж от Коса выглядит очень даже привлекательным. Касательно авторских прав и, допустим, тактики залива чужих видосов с Ютуба или ТикТока и прочих платформ. Я скажу так. Видеохостинг Кос так или иначе это дело отслеживает и раздает бананы где, например, автор видоса, который первый меня познакомил с данной платформой, о ней узнал от модераторов, которые ему написали на почту и спросили о том, что вот на их платформе появился канал, похожий на его, и заливающий видосы с YouTube канала И спросили, это вот сам администратор делает, или какой-то имитатор украл его контент. И это в 2020 году. Соответственно, сейчас, я уверен, этим тоже активно занимаются, ибо вижу что с пиратством они борются, и честно говоря, по своему опыту скажу, что какой-то там пингвин из парой просмотров на трова у меня стырил контент и выдал за свой, где мне об этом написал человек на стриме, и я пошел разбираться, написал Трова, который в данном вопросе меня кинул, потому что им на закон пофиг, ибо до них сложно порой дотянуться, и исков на приличную сумму им не накатили. Но самое главное, что вас очень быстро могут вычислить. Так что стоит ли она того, где ваш заработок может очень быстро улетучиться? Хороший вопрос. Я бы лично так делать не стал. Тем более это некрасиво и непорядочно. Ну и в довесок про дрова. Важный пункт в лицензионном соглашении которые лично меня уж очень сильно интересуют, и советую вам подобными вещами интересоваться. Так это пункт о том, что платформа Кос получает простую, не исключительную лицензию, где ваши права остаются, и в целом у них все схоже с Ютубом. Следовательно, с ними можно работать, и выкладывая свои видосы на платформе Кос, ты также можешь спокойно их выкладывать где-нибудь на других платформах без всяких санкций. Потому что бывают ресурсы, где четко прописано, что ты отдаешь все свои права на видос и больше его нигде заливать нельзя. В том числе его копии могут удалить, если ты, допустим, его загружал до этого на Ютубе. И даже знаете, не удивлюсь, что тебе кинут страйк при том, что ты автор. Но правообладатель уже не ты. Как вы понимаете, этот момент важен, и кос в этом плане адекватен. Теперь, что касается вывода и потенциальных заработков. Если судить по нашим блогерам, то у них получается в лучшем случае набрать в районе 15 тысяч в месяц. Это, если что, в рублях. Причем непонятно по какому курсу, потому что от этого тоже многое зависит. Но, как я понял, это далеко не на сильно раскачанных каналах получалось. Так что потенциально можно получать значительно большее. То же самое касается и обычных пользователей, где я находил инфу в районе 10 тысяч на лайках. Где-то за час работы в день. Ну, наверное, потому что чел активно комментил, И, пожалуй, это неплохой результат. Но может быть все значительно хуже. И тут очень много факторов. Где вилка дохода начинается от нуля до бесконечности на полном серьезе. Но мне, как производителю контента, в принципе, не очень сложно просто дублировать свои видосы здесь. Хотя это все равно занимает кое-какое время. И качество видео с игр довольно паршивое. Или, как минимум требует дополнительных танцев с бубном. Ну то есть детальные настройки или схемы залива. Ибо даже исходники он жутко деградирует по качеству. С чем это связано, я пока так и не понял. Но касательно остального контента, скажу, что видосы вполне по качеству нормальные. Ну, суть по тому, что тут предлагают. Хотя, возможно, они там тоже как-то танцевали с бубном. Теперь про вывод средств. Я так и не понял, или все же это когда-то было, и пока эту тему проверить не могу, и возможно не скоро захочу, потому что я бы вполне возможно покопил бы токены, ибо от их количества зависит сила твоего лайка, и соответственно прибыль человека. Но суть в том, что здесь перевод средств э, с баланса Вест на Кос занимает 6 недель, где каждую неделю вам будут конвертировать Вест в Косы в значении 1 6 от выводимой суммы. Вроде если вы будете ее менять, то система на это будет реагировать, но все равно выводить только одну шестую, что логично для их проекта. По остальным выводам. Там скорость в районе двух дней. И есть некая комиссия, если что. Вроде бы сейчас верификация не требуется вообще, но я видел видос, что для того, чтобы выводить со второго кошелька, который отвечает за сундуки и прочие приблуды, вам понадобится пройти несложную верификацию по загранпаспорту. Так ли это сейчас? Вопрос хороший. Потому что, судя по сегодняшнему визуалу, вроде бы она не нужна и насколько актуальна данная статья в местном факью, вопрос хороший, но точной инфы у меня, к сожалению, нет. Хотя массового психоза из-за верификации я тоже не наблюдал. Так что, вполне возможно, этого нет. Но, как говорится, это не точно. Причем еще и фишка в том, что с этого кошелька, который считается для бонусных игр, вы можете выводить финансы по определенным лимитам, установленные системой. А вот обычный кошелек, где у вас хранятся в том числе весткоины, таких ограничений, насколько я понял, не имеет. Между прочим, тоже не точно, что возможно, хотя опять же это могло измениться, что выводить надо будет на определенную сеть. Это что касается Биржи Binance. Но так ли это и не было ли новых приколюх, я вам пока подсказать не могу. Но просто говорю, что нужно этот вопрос будет более внимательно изучить, если вы захотите вывести валюту, и к этому шагу нужно будет подойти с максимальной серьезностью, дабы не потерять свои монетки. Кстати, тут есть еще и стейкинг то есть, грубо говоря, банковский вклад под проценты, где вы просто за хранение валюты будете получать некий профит. Но как он тут действует, и его конечная актуальность для меня пока остается загадкой. Хотя неким стейкингом тут можно назвать валюту Вест и ее сила лайка. Что касается местной валюты поп и профита с нее, скажу следующее. Поп Pop или попкорн дают за ежедневный вход, а также за какое-то количество времени, которое вы типа затратили до просмотра. Потому что вы просто можете включить видос и уйти по своим делам. Или если он находится в фоне, то вам, как правило, но не всегда, засчитывают просмотр. Причем некоторые умельцы видел смотрят разные видосы с нескольких браузеров, и таким образом начисления им приходили быстрее. Но насколько это эффективно, я вам не подскажу. Потому что мне не сильно допряжно в специально заготовленном под это дело браузере с отключенным звуком включить видос и заниматься своими делами. После чего, когда наберется максимальная сумма в день, ибо здесь есть ограничение, сколько вы можете получить за просмотр попкорнов, просто закрывая вкладку и порой сам браузер. Тем более, что попкорн набирается быстро. Но порой бывают провисания, из-за чего нужно обновлять страничку. И в целом э, советуют, чтобы видео находилось не в трее или на панели задач, а было в активном окне сбоку, как сейчас я показываю на экране. Причем вкладка с видосом э, и тем браузером, она как бы должна быть вот здесь вот всегда, э, на переднем окне, или могут быть траблы. То есть вкладка с видосом от Cost должна считаться активной. Весь браузер и как бы окно в целом, оно должно считаться активным находясь при этом на переднем плане. Надеюсь, понятно, объяснил уж максимально. Дальше, что касается попа. Менять в рулетке лучше всего, конечно же, по 5 штук, потому что так получается выгоднее курс. Ну и, по сути, меньше времени потратите на рулетку. Про дейлик и сундук скажу так. В дейлике тратить попкорн на шанс получения эфира, говорят, не стоит. Так же, как и говорят, что сундуки, как правило, проигрышные и в среднем по госпиталю вы окажетесь в минусе потому что как известно в казино выигрывает в первую очередь само казино поэтому возиться с ним не стоит и там еще пишут что есть какое-то количество энергии в день от чего зависит шанс получения призов поэтому часто играть если вы уж этим захотите заниматься как бы не стоит так это или нет у меня лапки кверху. В принципе, мы близки к финишу. И мельком скажу про курицу, что если вам нужна выносливость, то вы можете ее купить через косы и вроде бы обратно ее потом поменять, хотя никто при этом не говорил про курс обмена. Если, скажем так, комиссия при конвертации туда и обратно, хотя судя по балчку со стороны блогеров и исходя из особенностей платформы, я подозреваю, что ее нет. Хотя если будет возможность, я это дело постараюсь проверить. Плюс еще была какая-то фишка, я так и не понял, как она действует. Если у вас закончилась вся выносливость и вы попытаетесь запустить коммент, то вам то ли на три дня, то ли на постоянной основе выдадут 10 тысяч выносливости с ее увеличением. Но этот момент у меня как-то получился, и пока как он действует, не знаю, опять же, надо изучать. Тоже, кстати, про заливку контента, что еще могу сказать. Судя по всему, если вы выбираете English в настройках языка, то тогда ваше видео после загрузки и публикации залетит в английский сегмент Cost TV. Соответственно, чтобы смотреть контент на других языках, его нужно сменить через соответствующее меню, потому что вам предлагают контент исключительно на выбранном вами языке. Кстати говоря, в эту копилку я еще вам скажу про браузеры, что вам нужно если не во всех стоит такая функция как запрашивать сервака или отображать какой-либо контент на конкретном языке в зависимости от ваших предпочтений в том числе возможно сервак будет опираться на язык вашей системы ну то есть винды мака андроиды и так далее поэтому если у вас не хочет загружаться видос в английскую часть сайта или допустим если вы сделали видос на испанском или каком-либо другом языке то вам нужно будет попробовать это дело изменить на нужную локаль в вашем компе или браузере. Как это сделать, вы сами сможете найти в интернете, а я вам просто об этом сказал, как о потенциальной проблеме и ее решении. И, судя по всему, пока нельзя загрузить одно и то же видео, например, с английскими субтитрами, встроенные в контент, сразу в два сегмента. Тут надо будет загружать два видоса с разными языками и подходами в каждую локаль отдельно. Также, кстати, еще вам не сказал, хотя могли бы сами догадаться, что курс валюты КОС иногда меняется, и продавать ее сразу далеко не всегда рационально, и лучше выжидать моменты хайпа. Такие попадаются раз в год, может, два. За счет чего вы можете, по сути, получить не тысячу, а, допустим, пять тысяч рублей, в зависимости от курса и когда вы это дело смогли провернуть. И даже несмотря на то, что основная площадка Binance поддержала Санкции, их можно так или иначе обойти. Например, попросив родственников из-за бугра, тебе в этом плане помочь. Ну или, допустим, я пока еще их не искал, но вполне возможно существуют обменники валюты, которые в том числе будут поддерживать эту крипту. Но все-таки надо будет их предварительно проанализировать на скам, конечно же. Или просто можете оставить свои сбережения, попутно их увеличивая. И, допустим, через пару лет или через лет 5. Ваши косы станут, ну, совсем золотыми Где в этом плане мои приколюхи с одним краном В итоге стали стоить тысячу баксов Так что почему бы и не подождать и под конец, на всякий случай уточню, потому что я об этом говорил вскользь. Но, может быть, вы вдруг не поняли, что награды за полученные лайки и за опубликованный видос вам должны прийти где-то через неделю. Поэтому не стоит паниковать, если вам не пришла крипта на следующий день. Тут нужно... Выжидать. Ну, в общем, и все. И я пока для себя решил: тем более мне понравились слова одного мужчины, что раз YouTube в плане рекламы даст нагнул. Ну, понятное дело, из-за санкций, которые он обязан исполнять по воле его правительства, то все-таки кос выглядит неплохой такой альтернативой, где, кстати, тоже есть понятие дополнительной монетизации контента в зависимости от определенных условий. Но при этом в целом здесь получать хоть какие-то деньги можно уже прям вот сразу, что довольно приятно. Так что я буду, наверное, пользоваться этой платформой, тем более связанная с криптой тема, на мой взгляд, прогрессивна и интересна. Так что я бы тоже окинул все же свой взор в эту степь. Но, разумеется, окончательный выбор всегда за вами. И еще такой важный аспект. Помните, что я не обо всем могу прямо говорить. Ведь за некоторые слова или же за показ фишек мне может прилететь страйк. Если же вообще не блок канала. Поэтому некоторые вещи, разумеется, я опускаю. Или же говорю вскользь. Будьте внимательны. И да, если что, тема с э, закрытой группой, кто хочет э, заниматься заработком в интернете без вложений, э, пока актуальна, ну, по крайней мере, на момент выпуска видео. Так что жду вас по ссылкам, сами знаете, в каком описании.